Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории многофункциональных центров. Они будут только осматривать автомобили, принимать заявления и выдавать готовые документы, порученные сотрудникам центров госуслуг. Как следует из текста постановления, услуга будет доступна не во всех МФЦ, а только там, где для этого есть необходимая инфраструктура. Правительство считает, что новые правила постановки автомобилей на учет позволят упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.